shawty. Let's go party. Boom, boom, shawty. Galang, galang. Boom, boom, shawty. Let's go party. Boom, boom, shawty. Galang, galang. Girl, I'm in a Japan, Thailand, Pakistan, China, Europe, US, and Sudan, Russian. Girl, shake your body, bum, bum. On a ready lock on. Girl, I'm in a Japan, Thailand, Pakistan, China, Europe, US, and Sudan, Russian. Girl, shake your body, bum, bum. On a ready lock on. Take your time, slow, slow, wind. Make me lose my mind, please. No free wind, go, go, blind. It's so time, get up, please. Take your time, slow, slow, wind. Make me lose my mind, please. No free wind, go, go, blind. It's so time, get up, please. Go, go, shawty. Let's go, party. Go, go, shawty. Galang, galang. Girl, I'm in a Japan, Thailand, Pakistan, China, Europe, US, and Sudan, Russian. Girl, shake your body, bam, bam. On a ready lock on. Girl, live in a Japan, Thailand, Pakistan, China, Europe, US, and Sudan, Russian. Girl, shake your body, bam, bam. On a ready lock on. Stand up and grind it, push back, roll it. Give me that, we come back, keep going. Fantastic, box shot me a blowing. Dagger in style, in a dance floor, bumping, switching position. Далее нас при входе в национальный парк города Сухум нас встречает красивые деревья, озеленение, пальмы и одним словом красота. Далее мы с вами видим памятник Владимира Ильича, наш дедушка Ильич, кто помнит, кто знает. Общая информация. Наш дедушка Ленин родился 22 апреля 1870 года. Умер 21 января 1924 году, 53 года ему было. Далее мы видим с вами наш красивый парк, дома отдыха. К сожалению, сейчас они не функционируют. Это было во времена Советского Союза. Люди, наши деды, наши бабушки приезжали сюда, получая по работе путевку, кто-то покупал, приезжали сюда отдыхать, получать удовольствие, даже лечиться. Но, к сожалению, это все в прошлом. Друзья, если мы с вами пройдем по парку до конца и пойдем мы на набережную, вот такая красота, море, солнце, загар и так далее. Люди отдыхают, кайфуют. Что и желаю вам.
Конечно. Итак, друзья, это у нас центральная часть города Сухум. Ночью там очень красиво, вы сами видите, пальмы светятся, подсвечиваются со всех сторон, играет красивая музыка, и в том числе морской ветер. И маленькая красивая девочка поет для вас. Them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one. Так, далее, друзья, перемещаемся потихонечку в город Новый Афон. Посмотрите, какая красота. Рекомендую каждому из вас побыть именно в городе Новый Афон, посмотреть достопримечательности, потому что это реально стоит того. То, что вы видите своими глазами, это увидеть еще лучше. I wonder why it's so confusing, but I'm so satisfied. Oh, why, oh, why you wanna kiss me when I'm drunk? I feel it's not enough. Друзья, небольшая информация для вас, для вашей безопасности. То, что вы видите перед собой, это железнодорожный вокзал, который не действующий, но пути действующие. Будьте аккуратнее, потому что по ним ходят поезда Сочи-Сухум.
Далее грот Симона Канонита. Это пещерная келья, которая является почитаемым местом у христиан. По преданиям, именно в этом месте находилась келья одного из апостолов Христа, Симона Зелота. Также употребляется имя Симон Канонит. Существует версия, что апостол провел здесь 2 года, 53-55 годы нашей эры. Как вы видите, здесь находится икона в разных комнатах, скажем так. Сюда приходят паломники, сюда приходят гости города и в том числе туристы. А это над пещерой молельная комната, где всегда находится священник, паломники, гости города и в том числе туристы приходят сюда молиться. Далее у нас достопримечательность, главная восточная башня 4 этажей, высотой 16 метров, построена в 11 веке. На самом верху башни одна из лучших смотровых площадок Абхазии. Только из-за этих видов и стоит подняться сюда, потому что там открывается красоты вокруг моря, неба, облака, одним словом, рай перед вашими глазами. Обязательно поднимайтесь туда, посмотрите эти красоты. Далее у нас храм в центре крепости. Он построен примерно в 9 веке. Расположен ближе к северной стене цитадели. Его стены сделаны из морской гальки и известковой породы. Храм освящен в честь святого мученика Федора Тирона. Далее мы с вами видим схему маршрута Новоафонской пещеры, где глубина достигает 105 метров местами. You.
внутри? Она как горы. Это гора. Мы внутри горы? Да. Видишь? Смотри. Так, пожалуйста, проходимте сюда, на смотровую площадку, поближе. Ну что, все подошли? Я попрошу соблюдать тишину. Добро пожаловать, уважаемые гости нашего города, в подземные дворцы Абхазии. Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие по Новоафонской пирамиде. Как она так образовалась? Друзья, далее мы с вами находимся над землей, к чему я очень рад. Это место называется Джаннат. В переводе с арабского языка означает рай. На абхазском тоже вроде бы рай. Вы посмотрите своими глазами, на самом деле это рай. Посмотрите, какие красоты. Небо, облака, горы. Просто рай. Реально рай.
Друзья, мы с вами по-прежнему находимся в Абхазии, в городе Новый Афон. Это у нас Голубое озеро. Друзья, я вам настоятельно рекомендую посещать эти места. Голубое озеро – это нереальные красоты. Вы только посмотрите. Чем же ты дышишь? Давай на «Т», а давай на «Т». Представь, что мы в Париже, танцуем, сносит крыш. А давай на «Т», а давай на «Т», а давай на «Т», а давай на «Т». Ты не прогадал. С этим платьем мало, луна намекала, что нам будет мало. Всю ночь танцевала, чувства ритма дарим. Иди ко мне жадно, в небеса ударим. Ты не прогадала, с этим платьем мало, луна намекала, что нам будет мало. Всю ночь танцевала, чувства ритма дарим. Большой Юбшарский каньон был построен их дедами, оказывается. Оказывается, они закупили огромное количество цементного раствора специально для вас, наших дорогих гостей, чтобы вас радовать. Построили огромный Юбшарский каньон. Ну, конечно, вы понимаете, что это все шуточки местных жителей. На самом деле, этот каньон построил именно мой дед, а не чей-то другой. Запомните, пожалуйста, произведение искусства дедушки мы с вами посмотрели и теперь продвигаемся выше. Ну... Танцуем, сносит крыш. А давай на «Т», а давай на «Т», а давай на «Т», а давай на «Т». Итак, друзья, это у нас озеро Красавица Рица. Вы только посмотрите, какие красоты открываются. Вы только посмотрите, какие горы. Какая красота. Не описать это все словами, друзья. Поэтому я вам настоятельно рекомендую. Обязательно сходите, посмотрите это все.
Даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя ты ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Бурым клоном небо кроет, вихри снежные крутят. То, как зверя назовут, то заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне дня, останови это мученье. В тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Все без тебя не так. Лечу к тебе словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя ты ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Друзья, благодарю вас каждого за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И до новых встреч!